Сразу после бурных дискуссий и официального избрания нового руководителя исполкома депутаты городского совета приступили к обсуждению других вопросов повестки. Так, сегодня был утвержден бюджет города на следующий год, а также сумма, которая потребуется на капремонт муниципальных учреждений, жилищного фонда и воплощение целого ряда других бюджетных программ. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 7 миллиардов 233 миллиона 891 тысячи 500 рублей. Общий объем расходов бюджета города в сумме 7 миллиардов 418 миллионов 392 тысячи 200 рублей. Проект решения городского совета изучен на заседаниях постоянных комиссий городского совета. Бюджет был принят депутатами, но поскольку запланированные расходы несколько превышают доходы, городу придется искать дополнительные источники финансирования. Основную же часть бюджета составят налоговые сборы с населения и финансовые вливания из казны России и Татарстана. К слову, республике передадут часть муниципального имущества набережных Челнов. Его перечень также был озвучен и утвержден сегодня. Инженерные сети, электроснабжение жилого района Прибрежный и 18-й. В составе магистральные и внутриквартальные инженерные сети 36-го микрорайона. Данные объекты предполагается передать в собственность Республики Татарстан для обслуживания профильной организации.